Жители Китая с размахом отметили фестиваль драконьих лодок или Дуаньу. В городе Цзясин провинции Чжэцзян к празднику присоединились десятки иностранцев. Экспаты приняли участие в соревнованиях по лепке цзунцзы – традиционных блюд из клейкого риса. Всего за 8 минут им нужно было сделать как можно больше треугольных угощений. «Я впервые готовлю цзунцзы и уже сделал 5 штук. Надеюсь, мою работу оценят по достоинству». Сделать из листьев треугольник и заполнить его начинкой довольно легко. Но чтобы потом связать их вместе, нужна сноровка. «Давным-давно я пробовала готовить цзунцзы, и вроде у меня получалось. Но сегодня я поняла, что правильно их слепить совсем непросто». Жители и гостей Цзясина порадовали 10-дневной праздничной программой. Помимо соревнований по лепке цзунцзы, в нее вошли выступления местных коллективов, традиционные танцевальные номера и, конечно, гонки на драконьих лодках. История праздника Дуаньу насчитывает уже более 2000 лет. По одной из версий, она связана с судьбой известного китайского поэта Цю Юаня, который выступал за независимость царства Чу. Узнав о захвате его столицы врагами, Цю Юань написал свое последнее произведение и бросился в реку Милодзян. На родине поэта, в городском округе Ичан провинции Хубэй, праздник всегда отмечают с особым трепетом. В этом году, помимо гонок на лодках-драконах, там провели поэтические конкурсы и яркий гала-концерт.